карлик целовал вам ножки, он с вами был так ласков и так мил. Все ваши кольца, ваши серьги, брошки он собирал и в сундучке хранил. Но в страшный час печали и тревоги ваш карлик вдруг поднялся и подрос. Теперь ему вы целовали ноги, а он ушел и сундучок унес. Из воспоминаний Александра Вертинского. Раньше люди жили не спеша, болели обстоятельно, лежа в постели по целым месяцам, не спеша выздоравливали. А теперь не успеешь с человеком познакомиться, надо идти на его панихиду. Люди кокаются, как тухлые яйца. У всех склерозы, давление, инфаркты. И неудивительно, век такой сумасшедший. От одного радио можно с ума сойти, а телефоны, а телевизор, а магнитофоны там всякие. Это же ужас, кошмар. И все это орет, как зарезанное, требует, приказывает, уговаривает, поучает, вставляет вам в уши клинья. И везде, дома, на улице, в магазинах, в учреждениях, у соседей, где хотите. Иногда это просто садизм какой-то. Люди даже не слушают, например, радио, а выключить не позволяют. Пусть говорит. Зачем? Так. Они словно боятся, что если оно замолчит, будет хуже. Не дай бог что-нибудь случится. Сплошное засорение мозгов какое-то. Не почитать, не подумать, не сосредоточиться невозможно. А вечером дети садятся за телевизор. И сладкие, приветливые, очень миленько причесанные телетети начинают рассиропливать какую-нибудь сладенькую историю с музычкой и танцами. Я ненавижу телевизор. Из-за него приходится выкидываться из кабинета уже в 7 часов вечера. Приходят подружки дочерей смотреть телевизор. Я собираю свои листки, черновики и покорно плетусь в столовую работать. За что мне сие? А теперь меня уговаривают купить магнитофон. Нет, дудки, только через мой труп. Так вот, раньше ничего этого не было и в помине. Помню, был у тети Мани на хуторе музыкальный ящичек, который играл 2-3 песенки. Да и тот был сломан. Александр Вертинский. Три пажа. Три юных пажа покидали навеки свой берег родной. В глазах у них слезы блистали, и горек был ветер морской. В глазах у них слезы блистали, и горек был ветер морской. Люблю белокурые косы, так первый, рыдая, сказал. Уйду в глубину под утесы, где плещет бушующий вал. Забыть белокурые косы, так первый, рыдая, сказал. Второй говорил без волнения: я ненависть в сердце даю, и буду я жить для отмщения, и черные очи сгублю.
жить для отмщения, и черные очи сгублю. А третий любил королев и молча пошел умирать. Не мог он ни ласки, ни гневу любимое имя предать. Кто любит свою королеву, тот молча идет умирать. И еще небольшой отрывок из воспоминаний Вертинского. Он просто очень созвучен со мной. Старая немецкая пословица гласит: «За прошлое в ломбарде ничего не дают». Алексей Максимович Горький выразился еще точнее: «В карете прошлого далеко не уедешь». А Альфред де Мюссе писал, что прошлое – это старуха, которая наряжается в розовые платья. Какой же из всего этого вывод? А вот какой. Нужно проводить эту огорченную неудачей старуху из ломбарда до кареты, посадить ее туда осторожно, пытаясь не измять ее розового платья, и пусть она катится куда хочет, ибо сегодняшний день и особенно завтрашний для меня намного интереснее, дороже и важнее. Искусство всегда в движении. И я считаю, что в нашей бурной, торопливой, сумасшедшей жизни самое главное – это добежать до кладбища в припрыжку. Александр Вертинский. Спасибо.